Итак, дорогие друзья, сделан курс, весь процесс создания APK файла для Android с пакета Kivi. Значит, что мы с вами сделаем? Не надо пугаться, у кого Windows. Мы с вами установим виртуальную машину, и у вас получится на винде будут работать две системы при желании. Закрыли виртуальную машину, Linux не работает. Значит, опять же, это возможность для тех, кто хотел попробовать Linux, познакомиться с ним. Писать вы можете дальше продолжать Windows, а формирование APK на полном автомате будем делать в Linux. Мы с вами в конце курса должны получить полностью сформированный файл УПК, который готов для установки на Android. Значит, мы рассмотрим полностью весь процесс от В курсе рассмотрено весь процесс от файла до загрузки. В общем, показал все, как загружать, везде, что настроить на андроиде. В общем, все есть, все как положено. Я думаю, что вам будет приятно дальше изучать Android, но при этом уже иметь возможность загрузить, то есть файл не только открыть в среде, но и загрузить реально, посмотреть свою программу на телефоне. Это довольно прикольно, это дает какой-то антураж, это нравится, просто хочется идти дальше и дальше и дальше и дальше. Значит, какие еще вещи? Ну и как обычно, по традиции, сложившейся в школе, у нас к каждому шагу прицеплена группа. Что непонятно, спрашиваем в группе Google, то есть никуда не надо бежать, ничего искать. Тут ссылка на группу, где можно задавать вопросы. Все, ребят, давайте. Я думаю, что у вас получится. Как найти, кто первый раз смотрел? Вообще сайт python-android spb-tut.ru. Если сложно, то все довольно просто. Набираем spb-tut.ru, заходим. Это школа Django. Нажимаем еще, нажимаем Python for Android, и быстро найдете школу по Android конкретно. Все, ребят, успехов, все получится.